Kibo and Mawenzi are brothers. So Kibo is a bigger but the younger brother. So one day when they are smoking their pipes, you know, like cigarette, Mawenzi fire went out and asked me, Kibo, if he can borrow the fire. Kibo did so, and Mawenzi felt asleep. When he was asleep, his fire went off again, and he asked me, brother, can you borrow the fire again? His brother was angry, so he beat Mawenzi badly. So if you saw Mawenzi today, Mawenzi has like a very rugged profile. It's because his brother beat very badly. And when his brother beat, Mawenzi ashamed. So what Mawenzi did is, mostly Mawenzi cover itself with the clouds. Нас много, и каждый пришел со своей целью. Но лично я пришел сюда не только покорить вершину Кибо, но и преодолеть в себе, наверное, некие препятствия, некие заборы, преграды, которые мешают мне развиваться дальше. Но я думаю, что там мы все поймаем связь с космосом, потому что это цель, ради которой мы сюда приехали. Мы пролетели много тысяч километров, мы бросили какие-то свои дела, оставили свои семьи в одиночестве, там, с родственниками, с близкими. Все ради вот этого чуда, чуда под названием гора Килиманджаро. Для меня вообще любое путешествие – это большое счастье, потому что именно в путешествиях ты расширяешь свою картину мира. Все другое, абсолютно другая ментальность, другой взгляд и возможность попасть на время в эту среду, к этим людям. Это очень здорово, помогает тебе вот расширить свое собственное видение, свои шторки, так сказать, раздвинуть. Что бы делали? Мы, конечно, первые дни просто спали, потому что летели сюда полторы суток. Расслаблялись, как-то готовили свои мышцы, разум, обильно кушали, куда особо не бегали, делали утренние зарядки. Но в основном как бы у нас все проходило весело, негатива ноль, то есть неуверенности ноль, все люди взрослые, классно проводили время. Mm-hmm.
этого мы поехали все вместе в Art Gallery, посмотрели, что представляет из себя местное искусство. В Танзании вообще очень классно, миролюбивый такой народ, очень приветливый, на самом деле. Мне здесь очень нравится. Я не думал, что мне Африка так может понравиться за эти два дня. Едешь по Африке и видишь этот невероятный колорит. Полностью поменялось мое впечатление вообще о людях, о том, в каких условиях они живут, и несмотря на эти условия, как они себя чувствуют, как, насколько они жизнерадостные, потому что в Африке 80% безработица. Кажется, что, ну, по нашим меркам, да, что люди живут в нищете и сталкиваются ежедневно с большими проблемами, но несмотря на это, каждый танзанец знает несколько песен, все они позитивные, они постоянно улыбаются, все они открытые, добрые люди. Такие поездки заставляют проснуться просто и посмотреть на себя со стороны, может быть, это было очень сильно. Ну, вообще, это детский дом детей больных СПИДом, которые с рождения имеют статус ВИЧ. Но они счастливы там. Они счастливы, и люди, которые им занимаются, это просто реально ангелы, наверное, что ли. Так можно их назвать. Потому что в глазах детей видишь счастье, а в глазах людей, которые организовали это, видишь еще больше счастья, наверное. Перед восхождением привезли вещи. Какие-то вещи мы брали с собой, какие-то вещи мы брали в аренду. Ощущения были интересные. Я понимал, что за оставшиеся дни у меня ноги забьются просто нереально. Уже, как говорится, обратного пути нет. Мы раз взялись, мы идем. Очень классно было, что каждый поддерживал друг друга на протяжении всего восхождения. Ну и первый день, конечно, мы не послушали гидов и шли быстро. Есть ты, есть гора, есть цель, больше ничего, никаких мыслей абсолютно. В лагере царила невероятная крутая атмосфера. Еще очень сильно подбадривали ребята, которые по утрам перед восхождениями пели песни, танцевали. Это ребята-портеры. Guys, we are going to the route called Machame route, and this route is a beautiful route and the most successful one. Mostly I tell people they need to be mentally prepared, like 95%, because if your mind is ready, then your body can follow everything that your mind's telling. I hope it will be okay and you guys will summit.
собралась реально хорошая команда тех людей, которые, с которыми было просто приятно идти, приятно общаться, какие-то были темы. Даже просто идти молча, но в целом все происходило на позитиве. Не было ни одного человека, который тянул бы тебя вниз каким-то своим негативом, либо чем-то еще. И я считаю, что такая команда – это ключ к успеху абсолютно в любой работе. Безусловно, что у каждого человека в жизни есть определенные этапы, которые могут содержать в себе позитивные эмоции, негативные эмоции. Каждая эта ситуация однозначно несет в себе какой-то урок. Мы на каком-то внутреннем уровне, что ли, начинаем чувствовать, когда этот этап он начинает завершаться. И вот как раз наша история, по какой причине мы пошли сюда, потому что сейчас подходит какой-то очень важный этап к своему завершению. И мы решили просто символически связать его с подъемом именно на гору. И я думаю, что каждый человек может прийти сюда для того, чтобы оставить то, что ему не нужно, и связать с этим подъемом последнее преодоление той ситуации, которая мешает ему идти или развиваться в том или ином направлении, и просто в конце концов мешает ему жить и идти к той цели, к которой он движется. Ну, так для себя, знаешь, идешь наедине с собой, и потихоньку мысли заходят интересные, которых в городе нет. И записываешь, чтобы с собой забрать с горы. Лагеря было солнце, прошли, наверное, километр, стало облачно, солнышка нет и маленько похолодало, но вообще идти комфортно, главное, чтобы ничего не промокло. Плакать хочется. Тяжело. Было тяжело, очень тяжело было. А что касается конкретно меня, я дошел на таблетках. Это реально, это давление, это головные боли, это организм, так скажем, боролся, и было в этом плане очень тяжко. Я столкнулся с горной болезнью. Я про нее читал перед путешествием, но не думал, что она меня так сильно коснется. И просто для меня третий день, он был адски тяжелым. Я даже думаю, что многие ребята, и я в том числе, еще до конца не понимаем, что с нами здесь происходит, потому что у нас нет времени переосмыслить то, что с нами сейчас происходит. Очень много событий, мы приходим, разбиваем лагерь, едим, после этого ложимся спать. Слушаем вещи, встаем, опять выходим к следующему лагерю. И каждый день сменяется все больше и больше разными интересными моментами. Их уже настолько много, что мы уже устали удивляться. И, конечно, мы, когда спустимся вниз, только домой сможем это все переосмыслить. Kilimanjaro nzuri sana. Mountain Kilimanjaro is good. Welcome.
переполняют мощные эмоции. Не могу передать это чувство, которое я сейчас испытываю, равносильно любви. Необъяснимо. Все хорошо. Медики проверили. Сказали, что мы готовы покорять новую вершину. Это радует. Идем дальше. На 4000 лично мой организм ни разу не был. Непонятно, как он поведет себя. Это закрадывает некий страх. Сегодня, кстати, лучше, чем вчера. Намного. Но чувствуется, что ближе к отметке 4000 кислорода все меньше. То есть, если ты что-то резко поделал, то не можешь надышаться потом. Мало, мало, мало. И приходится применять дыхательную практику какую-нибудь из своего прошлого спортивного. А так хорошо, идем. Такой туман. Вообще супер. Прям супер. Это мой первый опыт в горах, поэтому мне остается только догадываться, что будет. Но я ожидаю что-то такой серьезной встряски для себя, и я морально, ну, как мне кажется, к ней готов. Мне кажется, маленько волнительный момент. Дай, садись. 10 часов он дома. Уже быстрее бы сделать, да. Пойти домой, да, скажи. На равнину. Теплую ванну, лечь. Делаем, разбегаемся. Не ожидал, что будет так тяжело именно последний день, потому что до этого 4 дня шли все время прям быстро, уверенно, опережали график. И последний день, может быть, это связано с переутомлением, может быть, то, что нам не удалось разбить лагерь и отдохнуть за день, было реально непросто. У тебя в глазах клиническая смерть пролетает, вся жизнь перед глазами реально, просто вся. Еще немного, совсем немного. Thank you.
только проходя вот этот путь, понимаешь, что самое лучшее достается через труд. Я никогда не видела такой красоты. Это было больше, чем я ожидала. Наверное, я просто и даже не могла представить, что такое может быть. Такое чувство силы, свободы, умиротворения. Ни одной мысли не было в голове. Эмоции вообще, конечно, зашкаливают. Спускаться не хочется. Хочется там остаться, побыть. Я уверен в том, что мир меняют как раз такие энтузиасты, люди, которые действуют и что-то совершают, что-то покоряют. Я начну с того, что я тоже хочу присоединиться к поздравлениям, всех поздравить с теми преодолениями, которые произошли у каждого вчера. В каждом однозначно произошла определенная трансформация, с которой мы теперь будем двигаться дальше. По большому счету, мы, наверное, в каком-то смысле новые люди сегодня все. И как и за любой сложностью следует определенная награда. Мы начнем сегодня, с завтрашнего дня, следующий этап. Нас ждет программа, которая уже не будет в себя включать каких-то сложных моментов. Там, мы будем просто отдыхать. Здесь такое ощущение, что ты присутствуешь у кого-то в гостях. То есть, когда ты приезжаешь в отель, это как будто бы не отель, это какое-то большое ранчо, интересное. Я в таких местах, конечно, но просто не был до этого никогда. Вот. Ты просыпаешься, выходишь на террасу, перед тобой кофейные плантации, изумительный запах, просто так настолько приятная атмосфера, что я не сказать, что очень хорошо знаю английский, но мне было так приятно общаться с хозяином этого отеля, что
Он к каждому человеку, к каждому своему гостю, он относился так, как будто это его друг, который приехал к нему в гости. Никогда не мог раньше представить, что это настолько круто. Это непередаваемое ощущение, когда ты просто паришь и нет никаких шумов, ни двигателя, нет никаких посторонних звуков. Это, наверное, вот можно сравнить с полетом птицы. Как будто ты находишься в каком-то фильме, но на самом деле это происходит с тобой по-настоящему. На самом деле сафари очень понравилось. Это, в принципе, правильный подход к знакомству с дикими животными. Когда человек в клетке, а животное в своей среде обитания. Словами не передать, когда вокруг тебя столько хищников. Очень интересно, захватывающе. Каждый день ты понимаешь, что тебя ждет что-то новое. Каждый день были сюрпризы. То есть нас просто садили в машину и говорили: поехали. Куда, что, зачем, не знал никто. Но когда приезжали, просто у тебя такой легкий шок. Мы посетили племя Масаи. Это люди, которые уже 300-400 лет живут своим укладом жизни, как кочевое племя, скажем так. Вот, они занимаются скотоводством, сейчас рукоделием, в плане того, что им нужно как-то зарабатывать на сувенирах. Общаешься с этими людьми, понимаешь, что просто их цивилизация вроде как бы затрагивает, но в то же время они остаются в своей какой-то прошлой эпохе.
посреди саванны находится отель, сидя в котором ты просто можешь наблюдать зверей, которые находятся в саванне. Ты просыпаешься утром, а у тебя вид на саванну, где ты опять можешь наблюдать этих зверей. Сегодня вот ребята проснулись от того, что за окном просто бродили слоны. Все люди были очень сильно разные, но мы очень комфортно вместе все проводили это время. То есть общаясь ежедневно, да, с утра до вечера, мы каждый у друг друга что-то подчерпывали. Мы все абсолютно прошли такой непростой путь, скажем так, да, то есть и многие для себя сделали выводы, оставили на горе какие-то, может быть, недочеты. Однозначно было время подумать, мы были без связи, без каких-то вообще таких вещей, которые нас преследуют в обычной жизни, да, то есть 7 дней мыслей, да, 7 дней мыслей о семье, о вообще о жизни, о работе, о команде, о тех людях, которые тебя окружают. Ну и на самом деле это очень впечатляет. Насколько важна настоящая, честная, бескорыстная дружба.